Королева мистики на связи. Что заказать? Хэппи Мил Солнце из ФНАФ. Хорошо. Всем привет, ребята, с вами снова я, Королева Мистики, зовут меня Ирина Ясинская. И сегодня, ребята, как вы уже все поняли, я заказала на черном сайте Happy Meal Солнце из серии Солнце и Луна с ФНАФ. Да, я знаю, что давненько уже, наверное, прошли всю эту игру, но, насколько мне известно, скоро, совсем скоро выйдет очередная серия этой игры, и будет очень круто, если мы запилим видосик с Happy Meal. Так, ребята, уже курьер мне доставил этот Happy Meal-чик, и мне не терпится открыть его и посмотреть, что внутри. Попытаюсь пока перед тем, как открыть и взять и показать вам, конечно же, обязательно лучший комментарий, который попадает в мое видео. Вот он, ребята, вот, пишите комментарии, и чем больше комментариев вы напишите, тем выше вероятность того, что именно вы попадете в мой видосик и станете такими же популярными, как наша 700-тысячная огромнейшая семья Королевы Мистики. Друзья, подписывайтесь, так что не забывайте на все мои соцсети, которые только существуют. Набирайте Королеву Мистики и соцсеть, которая вам нравится, более комфортно в ней сидеть. ВК, Одноклассники, Яппи, ТикТок, Лайк, везде я сможете меня найти как Королева Мистики. Итак, друзья, прямо сейчас вы увидите волшебным образом Happy Meal Солнце. Говорил же, просто какое-то волшебство. Вот он, Happy Meal-чик. В нем должно быть, ну, по крайней мере, я заплатила за то, что там должно быть солнце. Солнце не просто какое-то солнце, но именно Happy Meal с тематикой солнца из ФНАФ. Так, ребята, ну что, не будем долго томить. Ставим лайки, комментарии и открываем бокс Макдональдс. Там реально полная жесть, ребята. Просто, вы просто не представляете, что находится в этой коробочке Happy Meal. Точнее, даже это, скорее всего, не Happy Meal, а ну, какой-то адский комплект солнцем. Итак, прямо сейчас перед вами я открыла. Жуть, во-первых, как пахнет. Жаль, что камера не передает запахи, но отвратительный запах этого Happy Meal. Прям, я не знаю. Вообще, солнце как ФНАФ, положительный герой. Неизвестно, что у нас так. И давайте первым я достаю. Кстати говоря, очень символично, ребята. Это елочная игрушка. Скорее всего, новой серии будет связана с каким-нибудь новогодним, я не знаю, там, с новогодней какой-то тематикой. И может будет повязать. Но смотрите, что я заметила. На этом шарике какие-то желтые пятна, как от солнца. Какие-то, не знаете, не такие, они похожи. Сейчас я посмотрю поближе. Поглядите, похоже, как, ну, типа, возможно, на какие-то метки от солнца. То есть солнце у нас желтого цвета. Встанем мы дальше, то, что нам находится, потому что дальше, ребята, полная жесть. Планшетка. Причем она такая потрепанная планшетка, непонятная вообще, что с ней произошло. И напишите в комментариях, для чего, как вы думаете, в боксе Happy Meal Солнце и Луна ФНАФ положена планшетка, ребята. Мне почему-то кажется, что это неспроста. А точнее, мне кажется, что нам предстоит будет вызвать солнце прямо сюда, ко мне в квартиру, ребята. Вы увидите собственными глазами солнце. Так что обязательно смотрите это видео до конца, чтобы встретить солнце в реальной жизни у меня дома. Попытаемся его заснять. Дальше, что нам положили в этот проклятый Happy Meal? Поглядите, просто это части скелета. Какие-то они мерзкие. И тоже, кстати, они испачканы желтой кровью солнца, скорее всего. Ну, в общем, наверное, этого. Короче говоря, вот такой вот скелетусик. Поглядите поближе. О, тут еще один скелет, и он тоже достаточно мерзкий. Просто поглядите, какие у него зубы. И, кстати говоря, этот скелет напоминает какого-то персонажа из SCP. Напишите, какого.
точно, он реально криптовый и по приколу был положен в этот чумачечий Happy Meal Солнце, Луна. Ребята, вы просто не представляете, что тут внутри, тут жесть. Не переключайтесь, скоро мы дойдем до самого интересного внутри. Просто, просто кринж, просто, я вам реально говорю. У полупупс, посмотрите, разодратый и тоже испачкан кровью солнца. Кровавый, я не знаю, может, он убивал эти игрушки там в игре, я не знаю, в принципе, что там могло произойти, фу, ребята, а сейчас, внимание, поглядите, кассета, старинная кассета, вы таких, наверное, даже и не знаете, это старинная кассета, которую можно прослушивать, тут, кстати, что-то даже написано, пожирай или умри, ребята, реально, посмотрите, тут написано. А что пожирать? Пожирать то, что внутри Макдональдса. Это все несъедобно, ребята. Это все просто... Где картошка фри? Где просто бургеры? Где все это? Почему здесь этого нет? Смотрим, что у нас тут дальше. Поглядите. Это дохлая мышь. Точнее, это похоже на дохлую мышь. Потому что, смотрите, это точнее какой-то зайчик. И он... заводной, что ли, как типа заводная игрушка. Может быть, это, кстати, игрушка. В Happy Meal же всегда какие-то дарят сувенирные игрушки. Но причем здесь солнце и эта игрушка. Может, он в игре есть. Давайте попробуем его завести. Может, он рабочий? Что-то нет. Он, ребята, что-то не прыгает. Ой, ой, ой. Смотрите, что-то у него с ногами происходит. Вау, вау, что-то... трещит, походу он сломан. Тут еще, товарищи, у нас еще тут часть от скелета, какая-то типа таз, попрыгунчик, вообще, почему он здесь, ребята, и тут жесть, я просто в шоке, если это то, о чем я думаю, то это просто бомба, мы, ребята, с вами убьем двух зайцев одновременно, во-первых, сейчас вы все поймете, я достаю, ребята, что это здесь? Это солнце! Очуметь! Это реальное солнце! Это мягкая игрушка солнца из FNAF 9. Просто поглядите. И он весь вот в этой вот в крови, как будто он пораненный. Может быть, во время доставки что-то произошло, я не знаю. Но это реально солнце. И вы знаете, что самое крутое? То, что сейчас я попробую при помощи этой игрушки и при помощи планшетки призвать солнце прямо сюда. А после того, как мы призовем, если это видео наберет 100 лайков за один день, то, ребята, 100 лайков, так что не забудьте, мы разрежем это солнце, ребята, и посмотрим, что внутри. Я уверена, потому что я уже ощущаю внутри этого, этой куклы Вуду солнце. Есть что-то потрясающее, и мы сможем увидеть еще раз таинственное солнце, что внутри этой куклы Вуду, и опять же заснять солнце в реальной жизни, друзья. А сейчас мы призываем к вызову духу солнца FNAF 9. Погнали! Солнце FNAF 9, приди. Окутай мир мраком, приди в этот мир. Солнце FNAF 9, приди. Окутай мир мраком и приди в этот мир. Солнце и FNAF 9, приди. Окутай мир мраком и приди в этот мир. Hush, little baby, don't say a word. Друзья, мне немного страшновато. Знаете как? Сейчас в той комнате, в которой я нахожусь, ребят, я запущу скрытую камеру, и мы посмотрим, придет сюда солнце или нет. А я тем временем спрячусь в моем доме в реальной жизни. Солнце прямо здесь. Просто это достойный лайк, кринж. Если вы захотите, я попробую еще подойти к нему поближе, но это будет в следующем видео, друзья. Нереально, вы видели все своими глазами. С вами была Королева Мистики и Солнце из FNAF Security Breach. Всем пока!